Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Розе, и мы продолжаем играть Rayman from the Ashes. Я вспомнил, что это за кьюшки у меня, кстати. Это хилочки, которые подхиливают персонажа. Но если они заканчиваются, ты просто подходишь к контрольной точке и возобновляешь их. Все, и они опять у тебя появились. А я переживал в прошлой серии, что их не будет. Туман какой-то. Вау. По ЭТРБ, что ли? А с какого раза я его пройду? Вопрос. Нихера себе. Я сейчас не понял, что их призвал, или они откуда-то из-за угла выбежали. Может, мне просто надо с ним даже не драться, а пройти мимо него. Пойти дальше. На, чтобы он меня не увидел. Просто пройдем, пойдем дальше. Мимо этого мудозвона. Потому что, ну, как бы в кооперативе его на изи убить, но... Вот и все. Что? Что? Пока я его не убью, я не смогу пройти. Да что это за хрень такая? Беги, 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 беги. Ага. Сейчас мы спрыгнем вниз. А, че я не смог? Че это такое? Я думал, я через перила вниз прыгну. Блять, эти ежики ебаные, они бесят просто, вымыкают. Откуда они взялись, откуда они вылезли? Блять. Беги, у меня кровотечение. Вот мне не нравится, что он как-то хилится, как-то по-тупому. Он останавливается и не бежит. Да у него режим берсерка, все, все, нельзя по нему стрелять. Надо с ним воевать. Пошли нафиг. Ой-ой-ой, ну что это за бред? Я не понимаю, как он так достает. Он очень долго хилится. Это очень неудобно. Ежики. Ой-ой-ой, гнили. Да, я не понимаю, как это работает. Почему оно мне достает? Мне эта игра уже не нравится. Наверное, это будет последняя серия с этой игрой, потому что мне что-то физика не очень нравится. Так,
Это писец какой-то. Это неимоверно просто. Жесть, он просто из-за угла вылез и сделал выпад. Ой, блядь, твою мать. Не, с пистолетом такое. Ой, ты, блядь, ну... Это писец. Что за дальность у этих ежиков? Короче, надо стратегию придумывать. Надо ежиков с пистолета расстреливать, а его именно с ружья. Где ты? Покажись. Ой, блядь, это пиздец. Ну да, пока он режим свой не переключает, он ни о чем. Он просто прямо линейный, тупой. Теперь надо просто ждать, пока он выключит тут свой режим. Че, он его не вырубает теперь? Не, он вырубил его. Режим, сучий режим. Да ну бред. Я не понимаю, почему, как. Я отпрыгнул от него, но он меня достал все равно. Давай мы вот эту хуйню купим. Ага, я понял. Или это, или та. Ну попробуем с этой. Дробовик с хилочкой, я думаю, он мне поможет. Я надеюсь. Беги. F. А! Я именно хилиться могу в той зоне! Что это за бред? Я хилюсь, нет? Нихера непонятно. Зато я этих шариков, блин, нашел с одного выстрела! Ну вот, вот почему? Почему он не перепрыгивает, ебать? Вот почему, блядь, сука, тварь? Порылая игра, блядь. Кажется, эта игра тупая, блядь. Это была бесплатная раздача от Epic Game. Спасибо, Epic Game. За то, что я имею возможность играть в такие шедевры. Конченная игра, блядь. Угу. Да ну что это, ну блядь, ну почему он такой долгий, блин? Ну я не знаю, почему, может там дальше он как какие-то перки выучит, там что-то у него круче станет, он вставать быстрее начнет. Потому что он какой-то, он как будто, ну, писец ему, да он пенсионер. Лет 70, он еле двигается. Как? У них как будто дальность атаки увеличена. Или у них идет спереди как-то там, я не знаю, я не понимаю, не пойму. Не хочется понять. Вот, он тупо его задел. И он взорвался. Фу, блять. Нереалистично вообще. У него завышена дальность атаки. Блядь, твою мать.
Ну, блядь, мне станины не хватает, чтобы убежать. Как соло это проходить? Я понимаю, что у меня получится рано или поздно, но это... Ну, это просто... Я отпрыгиваю от него, но меня все равно задевает. Иногда это, ну, не срабатывает, а иногда срабатывает. Почему? Возможно, там как-то с какой-то стороны, там он спереди, или сзаду, или сбоку больше наносит урона, или дальность урона. Ну, ужасно, ужасно. Да, хуярю, вот это мне нравится, он еще сквозь стены хуярит. О! Я смог. О, огонь. Блядство нахер. Он еще кашляет из-за того, что он зараженный. У него хп падает из-за этого, да? Давай врубим перк. Да, да, жопа, жопа. Так, давай собирать. Прыгай, хорош. Да, ну блин, ну блин, ну блин, ну блин. Кровотечение, чем? Я... А, это нереально. Ну я хоть тактику уже придумал против него. Я не могу заметить, ему сносит хп этими телепузиками или нет. Бля, потом пособираю. Сначала его ёбну. Потом буду собирать. Что оно вроде не исчезает. Ебанулся просто. Как это работает тупо? Нафиг, ежик вонючий. Так, еще чуть-чуть осталось. Немножко. У него же там не будет вторая жизнь какая-то там. Он мутирует. Патроны! Патрон! Так, 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 так. Патрончики, пистолетик остался. Так, клацаем его. Давай, давай. Ну, братик, ты что? Пожалуйста. Фу. Ну тебя нафиг. Нелегко. Это было жестко. Колючий комок. What? Мне что-то дали. Держа осколок в руках, ты словно глядишь на набросок самого бытия, бесчисленные реальности, каждая из которых уникальна. Мрачный гул и неясный шепот короля наполняет страхом и отчаянием. Даже его отростки что-то бормочут во тьме. Фу, блять, я смог. Ну, на этом мы закончим. Не уверен, что я продолжу. Потому что мне эта игра перестает нравиться. Сейчас дособираем. Мы вышли на улицу, но тут нет точки сейва.
Подождите, какой-то форпост. О, вот точка сейва. Ебой. Мы на точке сейва закончим. И мы продолжим в следующей серии. С вами был Розе.